начинаем с покупок в Экспрессе. Какой-то у них вот такой вот новый пакет. Альбом Григорию. На пахе украшения. Вот такие вот петушки, две штуки. Вот еще для Пасхи вот такие вот яички. Мне, если честно, не очень нравится, что они темные, но вот эти цветочки мне нравятся. 6 штучек. Бумага для выпечки. Ватные диски. Трубочки наши любимые. Гуашевые краски, чтобы раскрашивать вот эти вот заготовки яиц. Мусорные пакеты такие. С завязками. Так, это чек. Чай. Купили вот такой тесс черный. Потому что у нас уже черный закончился. И за 50 рублей чай, конечно, не найти. А в Экспрессе есть. И вот такой еще я купили с грейпфрутом. Попробовать. Гриша себе пластилин купил. Школа у него уже заканчивается. Еще одни мусорные пакеты. Две упаковки салфеток. Вот еще вторая. Вот такие вот. Мастер Гриша тоже себе купил, раскрашивать. И тут самое главное. Покупка. Это Барилла. Мы как с Гришкой увидели, что там Барилла по 50 или по 55 рублей. Мы прямо обалдели, сразу две штучки взяли. И фольга еще. В общем, вот такой вот у нас вот вечер в Фикс-прайс пришел. Почти на 1000 рублей это все. Точно помню, что вот это вот 99 стоило гуаш. Вот так вот. Доброго утра всем! У нас почти 8 без 10. И я сейчас иду под навес. У нас сегодня день вязания. Решили, что сегодня не в четверг, а сегодня в среду повяжем. Потому что завтра чистый четверг. Будем уже там под навесом, я тогда все помою. И, в общем, идем работать. Афонька, ты куда? Ты зайчка? Сережа, пожалуйста, не надо. Это Антошин велосипед, Сереж. Я тебя прошу, не надо его ломать. Зайчка, пошли со мной на минутку. Тут уже вовсю у нас тюльпаны, нарциссы. Что, сына? Все, все, поехали? Пока! Пока! А! Дети пока тут рисуют. Афонь, ты кого рисуешь? А Вера. Тетю Веру? А я корабль рисую. Ну, Серый, хоть ела это? Холодец, я. Нет. Давайте рисуйте, я пошла сварю макарончики. Я сейчас буду готовить обед, 10 часов практически без 5. Хочу отварить бариллу, которую мы вчера купили в Фикс-прайсе, и мясо. Сначала думала потушить его на сковороде, но потом подумала, что это будет очень долго в плане времени, да, мне проводить на кухне. У меня столько сейчас времени нет, поэтому Сереженечка наобрезал мякоти. Я сейчас всю ее... Режу достаточно крупными кусочками, может даже не всю, сейчас посмотрю в форме. И сделаю соевым соусом, немножко горчицы, в общем, как всегда я это делаю. И вот так вот поставлю в духовку запекаться мясо, и спагетти будут. Мне кажется, неплохо. За Юня зашла помогать, да, зайчка? Да он не будет тебя бить, ты что, он хороший мальчик. Ты плохой мальчик. Да? Марсик, да. Марс.
Да не бойся его, он хороший. Да, он спать ходит, глазки закрывает, видишь? Хочет поспать, да? Так, что у нас, значит, мясо в духовке. Спагетти готовы. Вот они. Сейчас я их накрою, укутаю, чтобы было им тепло тут. Что, вы тут играете? Ба-ба-бак. И мама сейчас будет строить. Сейчас мама там пойдет, бабушка посчитает все пучки, хорошо? И придет, будет вам строить домик. Давай, бери машинку, построим ей гараж. Давай. Слышишь, сынок? Ого, глянь, какой у Зои дом получился. Обалдеть. Зоечка, это ты так сама придумала? А давай теперь дует сильный ветер, и сейчас дом упадет. А ну, подуй на домик, Зоя. Подуй он. Упадет или нет? Упадет. Да, как он упадет? Сильненько? Сильненько. Машинка. Сильненько. Машинки можно играть даже. Вер, что мне нравится в этом паласе? Что здесь можно в машинки играть. Здесь дорога есть. Да. Здесь можно спокойно лего сидеть. О, мама! Кто приходил, какой-то динозавр и все сломал? Теперь надо вызывать помощь. Да. Звонить. 911, да? Помогите, помогите. Там динозавр приходил. Афоня, что, опять динозавр приходил? А вот, смотри, вот же есть у нас динозавр. Вот такой динозавр приходил и все сломал, да? Он был очень страшный, да? Всех, видишь, собачек напугал, щенячий патруль, да? И троллей напугал, да? Тролли испугались, убегают. Что ты там грызешь? Не надо грызть ногти. Давай я лучше обрежу. Сыночка, ты куда, сынок? Верусь, там можно все попомыть, и если что, бери кинзу вязать. Да, сейчас буду. Я побежала, да? Ой, тут велосипедист, бабушка. Афоня, ты бабушке вообще не даешь пройти. Нет. Так, ну что, я всех накормила, мясо мы поели. Спагетти, это вообще просто праздник для нашей семьи, когда у нас спагетти. Сейчас с Григорием будем уроки разбирать. Что? Пенал и папка сломалась. Что, молния разошлась? Ну, давай тогда другой пенал. Этот дедушке дадим, пусть починит. Гриш, ну не ломай его. Что тут секуешь? Вот еще карандаш поднял. Давай, что там по-русскому? Списать или что-то? Ничего еще не доставал? Григорий, вот задали списать. Седьмое упражнение. Так, я сейчас вяжу шпинат. Уже 180 пучков навязали. И сейчас еще, наверное, пучков 20 или 30. Афонечка уже проснулся. Где мой мальчик? А где мой зайчик побежал? Спал он хорошо. Ты спал? Мальчик мой. Ты что, спрятался? Афонечка, ку-ку. Афанасий, помаши маме ручкой, помаши. Ну, помаши. Сынок, иди ко мне. Сынок, иди ко мне. Ну, ты где? Ну, покажи маме хоть один носик. Ну, хоть носик. Ну, глазик, покажи глазик. Один глазик покажи. Ну, пальчик тогда покажи. Ну, покажи. Ку-ку! Будем просыпаться? А? Так, я сейчас заложила тряпочки стирать. И грязные эти, знаете, рабочие перчатки родителей. Так что вот у меня теперь все стирается. 50 минут осталось. К тому же я еще растопила. Уже сколько? 4 часа, 4:10 уже пора. Что вы тут играете? Афоня, ну давай. Ну ты такая, я так.
левый ботинок. А чего он так? Криш, ну не дорывай, значит, надо их... Ну, значит, надо выкинуть их уже. А может, вот этот такой? Смотри, а вон там пистолеты же есть. Берите автоматы вот под навесом на тумбочке. Угу. Я сейчас 15 минут засекла, потепала в палисаднике. Уже, конечно, заметно в нем чище. За 15 минут прям можно очень много сделать. Вот сейчас пойду в душ, скажу, потому что это грязная голова, мне уже портит настроение очень. Так что пошла в душ, там надеюсь, что уже вода нагрелась. И будем собираться на карате сегодня, Гриша. Гриша, давай я покачу. Гриш, ну здесь тяжело тебе, давай. Зеленый, я арбиза зеленый. Вырастил, купил. И вот, это вообще волшебство. Волшебство? Да, и шарики кого-то там, как мыло. Угу. Так, Антошик будет с Афанасием играть, да? Ты дома. И мама сейчас поедет, Гришу повезет на карате. А с кем ты будешь дома? Антошик, она так может упасть, слышишь? Она так может упасть, ты ее не хорошо поставил. Так, я тут сейчас писала себе список в машине и объехала магазины. Ну, не прям все, но те, которые я... То, что я там знаю, что овощи мне надо было. Вот, и так, что я купила большинство продуктов. Кроме дрожжей, но сейчас еще позвоню маме, узнаю, где у нас дрожжи такие продаются, прессованные, и куплю еще дрожжи. Вот. А так уже все, там два лотка яиц, получается 60 штук. Я надеюсь, что хватит. Думаю, что должно хватить. Сейчас уже как раз 7 часов, пока я тут с этими списками и... В общем, все. Купила овощи, получается, яйца, молоко еще не покупала, еще рано. Ну, хочется мне, кстати, кефир домашний сделать, так что молоко сегодня брали, сегодня среда, наш день, и, наверное, с него поставлю делать кефир, мультиварку. В общем, теперь сейчас еду за Григорием и потом уже домой разбирать все покупки. Мы уже дома, Григорий делает бутерброды с сыром всем. Афанасий, а тебе для этого надо помыть руки и умыться. У тебя все лицо грязное и руки. Давай, покажи свои руки. Я помыл. Точно? Да, я мыл. Хорошо. Афанасий, а ты иди, пожалуйста, помой руки и умойся, хорошо? Недолго тебе мыться, иди. Так, а вот мои покупки, которые я купила. Вот 3 пакетика. Здесь, в общем, в аптеке я купила шприцы для буженины. Такие 20-кубовые. Марлю для пасты. Сколько она стоила? У них обычно все. А, вот 62 рубля марля. Шприцы, не знаю, поскольку они. Они бесценные. И липа. Уже 83 рубля. Нифига себе. Отруби решила себе побаловать. Бедро майонеза. Сметану. Дальше что еще купила? Это ванилин. Для выпечки. Ванилин. Еще здесь посыпка у нас осталась еще с прошлого года. И вот я докупила 3 пакетика. Лимонную кислоту надо чайник почистить. Буду чайник чистить, и вообще она пригодится. 2 бутылки подсолнечного масла. Еще вот такие вот украшалки. 1, 2, 3. Город. В общем, здесь в яйце делается вот такой вот дом. 3 домика разных будем делать. Так, сахарная пудра. 7 по 2 бутерброда. Что здесь еще? Ага, черный перец молотый уже. И лавровый лист. Не хочу брать целый веник, потом не знаешь, куда его засунуть. Поэтому
Вот так вот взяла. Все, здесь лимонная кислота еще. Так, здесь в овощном, что я купила. Помидоры у нас сейчас по 200 рублей, по-моему. Огурцы я брала вот такие все корявенькие по 120. И один лимон взяла. Грибы. Уже по 120 за кило. Это дорого. Грибы. Так, это уже для выпечки. Вот цукаты по 310 рублей килограмм у нас. Что это еще у нас? Орехи. Вот даже не знаю, сколько стоят. Здесь 300 с чем-то грамм. Два зеленых лука, два укропа. Такие большие укропчики. И изюма, вот пакетик вот такой на 47 рублей. Еще купила два лотка яиц. Да, целых два лотка яиц купила, 60 штук получается, и яблоки детям. В общем, вот такие вот покупки. Мама, а можно я вот это тебе покажу? Только из этой. Давайте, ребятки, сейчас будем яйца раскрашивать. Сейчас я пойду видео смонтирую. Хорошо, вчерашнее. Мы будем сейчас раскрашивать. Ты ложись, сыночек. Будем сейчас яйца раскрашивать. Открыли яркие краски. Каждый выбрал себе яичко. Много воды не нужно, Афонечка. Слышишь? Чтобы дерево не просвечило. Смотри, подожди. Вот так. Давай, теперь опять макай красочку. Нет, нужно сначала ты целое яичко раскрась каким-нибудь цветом. Например, синим, хорошо? Давай, бери, раскрашивай. И я буду раскрашивать. Я буду красным. Хорошо? Раскрасил? Ну и что вы тут делаете? Не знаю. Вымазываемся. Да. О, ты это завал. Гамбриха, это вообще-то моя была. Ну, Риша, что за такое интересное делает? Фоня, а ты что? Во. Во. Новая так. Кубань. Это реклама газет. Антош, ты будешь какой, зеленый? Да. Ты кому кисточку, хорошо? Да. Мама, а ты что делаешь? Я вот представляю. Короче, дефицит у нас решили из фанеры. По крайней мере, их никто не разобьет. Мы выбираем. Да, и на следующий год останутся. То есть при создании этих яиц ни одна курица не пострадала. Страдал только папа. Ой, а я беленькая. Можно сделать да. Яичко? Беленькая. Да, у нас уже краска не очень беленькая. Да, потому что... У нас яйца радиационные, разного цвета. А ты его переворачивал? Нет. Надо перевернуть, Афонь, и раскрасить. Мама, макияж яйца. Дырочка. У тебя получилось, Афонь? Мами! Угу. Что вы приготовили? Краски очень красивые! Да, Сергей? Смотрите, как я умею! С каждой заправкой ваше путешествие становится ближе. Умела чем-то наш. Гришуля пока просушивает яйца. Зай, пиши с двух же сторон, хорошо? Но можно потом... Ты пока вот так поставь с одной стороны, а потом мы эту поветку развернем, поддончик, и с другой будет сушиться. Хорошо? Дубль два. Дубль два. Начали. Да, мы уже все высушили. Значит, 4 часа ночи. Бубль два. Нормальная семья. Из четырех человек и один папой рисует яйцо Малевича. То есть это шедевр, за который будут бороться миллионы, миллиарды. Да? А что значит ХВ? Чего? Дети, вы знаете, что значит ХВ? Христос воскрес. Ага. Значит, Малевич тут вытирает свои. Скажите, Малевич, нам в будущем потомкам. Тебе все нравится?
Афанасий Сергеевич, тебе все вот нравится? Смотрите, как он держит кисти. Опс, по самое не хочу засунул, высунул. В принципе, оказываем лакокрасочное покрытие ваших зданий за полцены. А Григорий тут что-то тут цветок рисует. А мама наша, она тут две буквы знает, Х и В, и рисует везде. Да. Мама, два зеленые и красные, да, мам? Угу. Ну вот еще сейчас беленький закончу. У меня вот. А ну, это... все страдают ерунду. Вот это... О, вот красиво. А вот это что-то... На этом пошел я. Все, дети моются сразу же после нашего рисования. Такие вот яйца у нас получились. Мне кажется, очень даже интересно было делать их с детьми. Потом мы втянем ленточки в эти вот дырочки и на веточки, которые будут стоять в вазе, повесим такие вот яйца. Это вот я расписывала на память, чтобы нам было. Это вот Григорий. А вот у Антохи. Тоже очень интересно все получается. Это Афанасия, естественно. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.